Я в порядке. Истреляем гражданские. Вот, возьми! СДФ захватили Атис и расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и жмут контроль на дороге! Он ближе! Подожди, подобьем! Один, как слышно? Системы связи повреждены. СДС прорывается к башне! Выставка войск! Надо вернуть контроль над Атис. Остальное сейчас не важно. Нет, бесполезно. Боевые частоты заглушены. Я нашла осколочные. Отлично. Должна быть уже близко. Тут полно гражданских. Смотри, куда стреляешь. Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан. Пушки Атис все еще стреляют по нашему флоту. Стойкий подбит. Осторожно! Право!
дальше по улице! Огонь! Вперед, лейтенанты! Что это? Здесь тупик. Сэр, я могу переправить нас через стену. Сюда, лейтенант. Собираемся! Держимся рядом! Продолжаем идти, Гарретта! Итан! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Левая, по лестнице! Слышишь? Что-то приближается. Они уже близко. Бежим! Скорее отсюда! Скорее, скорее! Сэр, связи по-прежнему нет. Башня Атис прямо перед нами. Подойдем поближе. Они сбрасывают. Огонь по ним. Граната не работа. Осталось. Цели у фонтана. Прорываемся!
Готов! Контактник, впереди! Зачем они на нас напали, сэр? СДФ рвется к власти уже много лет, Итан. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Убери движение. Рейс, займись дверью, я прикрою. Заткните ее! Вижу! Отличная работа, Лев. Ценная штука. Оставьте ее себе, сэр. Внимание всем! Группа золота под обстрелом. Продвижение невозможно. Нужен огонь на подавление. Затмение. Это номер первый. Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу. Сада, свои, свои! Союзники! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Крок, Скар-3 на вылет. Работа по земле. Принят, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Затмение! К бою! Открывайте вас! Вызываю огонь! Цель отмечена! Начинаю работу! Огонь! Огонь!
яблочко гряди! Понял, выходим из боя! Цель отмечена! Цель уничтожена! Принято! Захожу на цель! Под нажмем! Башня на вершине холма! Пушки, пушки, пушки! Золото 2-4! Идите на левый план! 2-6! Займите с правым! Яблочко прячу! Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, Криадин! Понял! Выходим из боя! Контакт! На севере! Замечена цель! Жду указаний. Группа золота, статус. 2-4 на месте, слева. 3-1, цель отмечена. Это 2-6 на месте. Принято, захожу на цель. Ладно, начали. Пушки, пушки, пушки. Хорошо отработал, 3-1. Понял, отхожу. На связи, жду приказаний. 3-1 на связи, жду указаний. Группа золота, статус. 2-4 на месте, слева. 3-1, цель отмечена. Это 2-6 на месте. Принято, захожу на цель. Ладно, начали. Пушки, пушки, пушки. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, Скар! Выходим из боя! Засел отряд СДЭ! Понял! Занимайте оборону! Скар пойдет внутрь! Итан, подключись к камерам Атис! Что там творится? Есть, сэр! Начинаю передачу изображения! Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш с вечер. Идем, быстрее!
Итан! Вперед! Сэр, терминал! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленника в камеру. Старшина, запускай Атис. Корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТа засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты это, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли.